Высадка прошла точно и без задержек. Для отдыха расположились в лесу, но уже днем на них наткнулся лесничий Писаченко. Ну, естественно, его отпускать уже нельзя было. Они его задержали. Вот, не стали отпускать его. Он поклялся, что я ни вас не выйду. Поклялся своими детьми. Вот. Ну, раз так, поверили ему, отпустили его. Это была их роковая ошибка, потому что жена лесника настояла на сдаче солдат в гестапо. 16 декабря их окружили. На месте был убит Александр Третьяков, а командир группы лейтенант Петр Бублик тяжело ранен. Остальных доставили в здание комендатуры. Их долго избивали, но ни один не заговорил. В полночь 31 декабря морозный воздух у подножья Машука разразили автоматные очереди. Немногим позже справедливость была восстановлена освобождением от оккупации и судом над лесником. Был суд здесь, Писаченко. Суд был. Это в каких же годах? Над предателями Родины, и в том числе его. Ему 10 лет дали. Через 40 лет справедливость еще раз пришла в память о геройском поступке группы «Месть». Это одна из любимых легенд минераловачан. Обросла подробностями, а иногда наоборот недомолвками. Молодая пионервожатая Люда Меренкова для поддержания командного духа своих ребят часто гуляла по окрестностям. Наткнувшись на железную заброшенную стелу, активные молодые патриотичные сердца не смогли остаться в стороне. Собирали деньги на новый памятник, как говорится, по крупицам. Сами пионеры устроились в издательство «Кавказская здравница» после уроков собирать открытки. Заработали 150 рублей. Их хватило на камнеобрабатывающем заводе на белую мраморную глыбу 600 килограммов, но отшлифованной только с одной стороны. Когда я приехала забирать, это уже накануне установки, то я увидела такую картину. Значит, памятник наш лежит, я даже его не узнала, я, конечно, не думала, что он будет такой. Лежит две вот полированные плиты из белого мрамора в цеху. И рабочие продолжают гравировать звездочку. То, что вообще не договаривались. Вот. Ну, конечно, радости не было предела. Я сказала большое спасибо, а как это вам удалось? Рабочие после работы, в свое личное время, бесплатно, когда узнали, для чего этот памятник, решили сделать это. И несколько дней они работали по вечерам, полировали, делали. Бетон, грузовые машины, подъемный кран помогали всем. Авиаремонтный завод за табличку с именами запросил 60 рублей. Хоть и платно, но на совесть. До сих пор как новенькая. 8 мая было назначено торжественное открытие. Дети шли пешком. Для высокопоставленных гостей и просто желающих предоставили транспорт. Среди гостей была и вдова Виктора Черткова, одного из погибших героев. И здесь мы так торжественно построили все каре, провели открытие, разрезали ленточку красную, возложили венки, рассказали еще раз детям, провели героическую поверку, каждое имя назвали, рассказали еще раз, что это за люди, как они погибли здесь. Открытие было торжественное. Еще через 25 лет стало труднее найти заброшенные и нежилые места. Но это не оправдание равнодушию к своей истории, особенно если она великая. К этому рукотворному памятнику, к сожалению, практически заросла народная тропа. А он не менее, чем находящийся в черте города, достоин того, чтобы хотя бы на 9 мая здесь находились свежие гвоздики. Единственное, что радует в этом факте, что даже в 90-е сюда не дошла волна вандализма. Валерия Петрова, Денис Панфиленко, СТС КМВ.